Western Union объявила о партнерстве с Ripple. Финансовый директор Western Union Радж Агравал заявил, что разработчики тестируют технологию китайской криптовалюты Ripple. Новости о таком крупном новом партнере пока отразились на курсе XRP незначительно, как это произошло ранее. На фоне сообщения о партнерстве с MoneyGram на различных биржах Ripple вырос в цене на десятки процентов и торговался почти по $2 за токен. На 14 февраля курс колеблется вокруг $1, демонстрируя 3-4% рост. Общие тенденции рынка за минувшие сутки в зеленом диапазоне. XRP работает с центральными правительствами и центральными банками и работает в рамках метода сравнительного анализа.